Тебя зовут Матео Миталь. Ты не подозревал, что можно родиться дважды. Но ты это сделал. Беременна? Да, на 4-й неделе. Нужно поскорее заезжать, пока не начал расти живот. Меня всегда озадачивало новое появление Оливии в твоей жизни. Оливия, Оливия, ты тут? Она не может говорить. И почему же? Можешь спросить сам. Рок. Очередной рок судьбы. Сколько еще у тебя их будет в жизни? Тебя зовут Лорен Артис. Самая молодая детектив убойного отдела. Это самоубийство. Она выпрыгнула из окна. Зачем она это сделала? Проблема? Она была набожной. Сестра Мария была святой. Готовы? Тебя зовут Тео Агилар. Выбирай, какую историю расскажешь будущему ребенку. Выдуманную или ту, что обычно пытаются скрыть. Оливия тебя плохо знает. С чего ты взял, что знаешь ее? Ты веришь в карму? А если дело не в ней, а в тебе? Если ты творил добро в жизни, жизнь отплатит тебе добром. Но если зло... Никто не рождается монахиней, особенно такая, как ты. Вершить правосудие или причинять меньше боли? Ты мне поможешь? Харлан Кобен невиновен.